что случилось. Мы проиграли. Две встречи. Вот. Выиграли бы хоть одну, заработали бы медаль. Ни одной не выиграли, медаль не заработали. Вот, собственно, выжимка основная, которую могут сообщить. Ну, это-то мы видели. А за кулисью, так скажем, какие-то причины? За кулисью, ну, конечно, это малое оправдание, но сборная Италии за весь сезон, я думаю, показала сегодня лучшее фехтование, которое я показывал за весь сезон проведенный. То есть мы, я думаю, что если брать встречу конкретно с ними, показали худшее. Потому что мы выигрывали два раза за течение сезона на этапе Кубка мира. Вот. Но сегодня, ну, начало встречи объективно так не сулило ничего приятного. Так что случилось? Ну, это я не знаю, что случилось. Они нас кололи, мы их нет. Это все. Но это фехтование, то есть это надо уже разбирать конкретно, кто, что, почему. Почему лампочки загораются с их стороны. Вот. Может быть, они были более настроены, не знаю. Не знаю. Ты за чего не говорил? Я еще ничего, я с ним пока еще не общался. Ну, а вот когда между боев? Между боев? Вай-вай, вперед, давай-давай. Ну, в принципе, а что можно еще сказать? Это, на этом уровне уже учить фехтовать уже, ну, прямо во время боя уже тяжело. То есть нужно просто, в общем, просто нужно фехтовать. Да, с рукой что-то, да? Ну да, мне в нее попали два раза, она немножко не совсем двигается. Я думаю, что... А про полуфинал, что можешь сказать? Полуфинал, ну, французы, опять же, с ними мы как раз фехтуем плохо. В этот раз, не знаю, тоже качели. То есть, просто нет стабильности. Была бы стабильность, мы бы выиграли. То есть командное соревнование – это не соревнование одного спортсмена, это соревнование трех. Одна... Ты хорошо провел свой бой. Ну, провел бы и что. Да, и не то, что один, просто это команда. То есть конкретные личные бои, они мало кого интересуют. Ни меня, ни тренер. Почему замену не сделали? Кого? Никого. Сафинса. Объективно, я не знаю, это явно не ко мне вопрос. Не я делаю замену. Спасибо.